В прошлом я ваш коллега, разработчик. Так получилось, что в прошлой жизни мне не везло, и все, что я делал, оно уходило через какое-то время в утиль. Мне это все, в принципе, надоело, и чтобы не чувствовать себя плохо непригодным или неполноценным, 5 лет назад мы вместе с коллегами решили круто изменить свою жизнь, поменять Java на Python, поменять работу по найму на непонятно что, на собственный бизнес, который потом стал собственным бизнесом. И мы создали торговую площадку Promgay. За 5 лет это выросло в сеть торговых площадок в Украине, России, Беларуси, Казахстане. Нашими услугами сейчас пользуются 25 тысяч компаний, которые являются нашими клиентами платными. У нас 1,5 миллиона человек посещают наши сайты в день, 20 миллионов китов, такой true high load. И мы еще, у нас еще все впереди. Кого вы ищете, хоть скажи? Мы ищем таланты, да? Python разработчиков, фронтенд разработчиков, аналитиков, продакт-менеджеров, менеджер по продажам, это такое, сюда. Мы ищем людей, которые помогут нам прийти к нашей цели, создать вторую площадку классную. Классную вторую площадку мы делаем. Если сейчас нет, то мы просто не делаем по СНГ, у нас нет ТБ, и мы его делаем. У нас круто работает, потому что у нас все получилось, у нас все получается, у нас все будет получаться. У нас полное вовлечение руководства компании в разработку, и разработка, и продукт — это наше все. У нас есть различные направления в нашей компании внутри, от CMS до CRM, бэк-офиса, фронт-энд, бэк-энд. Можно найти, в принципе, любую работу на любой вкус. У нас интересны сверхтехнологии, до сих пор актуальны, хотя нам 5 лет. В общем-то, у нас очень серьезные критерии отбора сотрудников и разработки. И мы... Это позволило нам построить за 5 лет очень сильную команду, в которой действительно приятно работать, и которая делает наш продукт. И присоединяйтесь, вы чувствуете все силы работать. Сколько у вас человек в команде, технически? Потом разработчиков 30. Сотрудничество команды сокращает. Ребята, вопросы? У вас уже были сокращения? Увольняли ли вы людей или были ли сокращения? Да, людей увольняли. Ну, людей увольняют все, но это такой вопрос. Планов? Нет, планов нет. Мы не Google. Вот вопрос еще. Печеньки есть? Печеньек нет. Вот, если вы будете работать у нас, все будут знать, что вы работаете не за печенье. Вот это вот. Печенье есть. Нет, зарплата у вас есть? Нет, у нас обычно зарплата абсолютно. Печеньки у нас не стоят. Человек работает за идею. Нет, за идею 30 человек не может, за идею не подходит эту команду. Да просто печеньки — это не есть главное. Вопрос. А почему мобайла нет? Мобайла почему нет? Внезапно наступает уже там 3 года. Мы смотрели на графики, и мы сейчас выйдем. Будет. Мы знаем это. Приоритеты там. Вот мы все меряем там, по ценности. Да, вот мы понимаем, что сейчас приложили усилия не в мобайле. У нас такой торговля на мобайле. Это не наша торговля. Еще последний вопрос у кого-то есть? Нет? Все, спасибо, Коля. Спасибо.